В Нефтеюганске участники клуба байкеров «Дорожные акулы» вручили воспитанникам коррекционной школы подарки. На торжественном мероприятии мотоциклисты подарили ребятам 6 пар снегоступов. Идея подарить такие подарки возникла не случайно. Байкеры узнали, что ребята из коррекционной школы регулярно участвуют в спартакиадах, и сейчас им необходим зимний инвентарь. Общими силами участники клуба собрали средства и закупили снегоступы. Помимо этого, мотоциклисты пригласили аниматоров, которые организовали для ребят веселый интерактив. Школьникам представили смешные сценки и организовали для них подвижные игры. Решили поддержать ребятишек, подарить спортивный инвентарь в надежде на то, что в Ханты-Мансийске они займут призовые места, и мы все вместе за них порадуемся. Данные ребятишки особенные, поэтому помочь, ну, это хорошее дело, хорошее начало. Старые у вас снегоступы были железные? Да. Они были удобные? Нет. А сейчас вам подарили пластиковые? Они будут легче, и в них удобнее бегать.